organization, I think it's brilliant. It's really brilliant. I love it, and it's my first time in Belarus, first time in Minsk, and yesterday opening ceremony was amazing. Everything is fine here. Hotel is perfect. Minsk is a really nice city, and so I love it. Сегодня был полет по навигации. За 5 минут до взлета дается конверт. Это маршрут. Надо определить 3 поворотных пункта. За определенное время пройти этот маршрут, найти 12 целей и 3 поворотных. Задача, в общем-то, выполнена. Все нашли, финишировали вовремя. Но экипажи достаточно сильные. Каждый экипаж подготовлен достаточно. И у каждого экипажа есть шанс занять первое место.